Сельхозтоваропроизводители Кустанайской области сейчас замерли в ожидании дождей. На полях не хватает влаги, отмечают они. Фиксируют проблему и в управлении сельского хозяйства и земельных отношений региона. Были получены дружные равномерные исходы. То есть сельхозтоваропроизводители сделали все от себя возможное для получения урожая. Однако в апреле месяце выпало 7 мм осадков, в мае выпало только 8 мм. А за июнь на данный момент выпало только 10 мм локальных атмосферных осадков. Высокая температура воздуха, а также острый дефицит влаги в почве оказали существенное влияние на состояние посевов и травостоя. По официальным данным, за последние 3 месяца на поля в регионе выпало лишь 30% осадков от среднемноголетних данных. Нет даже половины, сетуют чиновники от сельского хозяйства. Хотя именно сейчас, при фазе колошения, а где и кущение, подчеркивают они, посевам жизненно необходима влага. На данный момент из 3 900 000 гектар зерновых культур только 542 тысячи гектар, или 23%, можно отнести как хорошие. 2 419 тысяч гектар, или 62%, относятся как удовлетворительные. 23% оцениваются как состояние плохое. Острый дефицит влаги сейчас в большом количестве наблюдается на 900 тысячах гектарах. Эта цифра может приблизиться и к 1 миллиону, если не пойдут дожди. Но прогноз синоптиков сейчас неутешителен. Вплоть до 4 июля в регионе установилась аномальная, по их мнению, жара. Дожди обещают, но лишь небольшие и локального характера. Диара Ахмечен и Татьяна Калюжная, РТН.